От отбросов к искусству. Так называлась выставка, где были продемонстрированы работы более 20 художников-скульпторов из 14 стран. Проект реализован по инициативе фонда Гейдара Алиева при организации открытого акционерного общества «Кэммишер» и поддержке общественного объединения «Айдея». Традиционная выставка посвящена творчеству гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, 650-летний юбилей которого отмечается в этом году. Своими впечатлениями поделились участники выставки. Когда поступило задание отразить творчество великого поэта Насими, сразу пришла в голову такая мысль, что он в своем творчестве возвеличивает прежде всего человека. Но среди людского рода что может быть выше матери, дочери, сестры, жены? Что может быть выше женщины? И поэтому образ женщины, образ восточной красавицы лег в основу моей работы. Это мое первое участие в таком прекрасном арт-фестивале. На заднем плане портрет поэта Насими. Для реализации этого проекта я применил различную технику. Голова и руки выполнены в белом цвете, что означает чистоту и ясность мышления поэта. На проекте «From Verse to Art» второй раз прибываю. В 2013 году я уже представляла также страну Узбекистан. Огромная благодарность за все организаторам, потому что это великолепное мероприятие на высочайшем уровне. Мы побывали, посетили множество музеев, мы познакомились с разными художниками и обменялись опытом с художниками из разных стран. Мне больше интересно творчество Насими как суфия, как мыслителя, как философа. И раскрывала я его эти грани, исходя из его стихотворений, о том, как надо выбирать себе друзей, как мы выбираем друзей, и опираясь на своих людей, окружающих, мы всегда должны понимать, что мы всегда рискуем. И поэтому такие вот посохи, состоящие из разных лиц, такие ячейки. И вторая – это шесть сторон. Насими говорил о том, что шесть сторон света. Но здесь я перенесла на шесть сторон личности, потому что для формирования нас нам необходимо создавать условия и много читать, много размышлять. И в наших руках наш образ в наших руках. Вот об этом я хотела сказать, отталкиваясь от стихотворений, великолепных стихотворений Насими. Выставка проводится с 2010 года, а с 2015 года в поселке Гала функционирует и музей от отбросов к искусству. Проект демонстрирует возможность создания произведений искусства из отбросов. Главная цель – донести до внимания людей важность содержания в чистоте окружающей среды, отказ от привычки бездумно выбрасывать в мусорные баки. Ведь предметы, которые многим кажутся ненужными, в умелых руках могут превратиться в произведения искусства. Гюльназ Гасымова, Рашат Акамалиев, CBC.